Привет, народ, с вами Варчик. Пока я думаю, как сделать огромный гайд по классам техники в плане тактики на каждую карту, думаю, как это сделать, чтобы это было информативно и не особо скучно, потому что видосы короткими не получатся, понял одну такую вещь, что огромное количество турбо-боев происходит по одной и той же схеме. В каждом из таких боев ПТшки не занимают очевидно стандартных позиций, которые прям для них явно созданы. На картах эти позиции симметрично расставлены по флангам. На каждой карте такие места есть, у каждого респа такие места есть, но туда просто не становятся ПТшки. Соответственно, никто врагов не наказывает за наглые выезды на союзников, если это происходит в вашей команде. Получается, враги нагло выкатываются, в итоге получается у них задавить всех за счет таких наглых выездов со всех сторон. И все, фланг посыпался, его сзади никто не прикрывает, и пошел турбобой. Абсолютно в каждом таком бою ПТшки становятся нигде и занимаются ничем. Полным-полно стандартных кустов, позиций, балкончиков, но туда иногда просто никто даже не поехал. На утесе, допустим, поехали все вниз, стали и стоят, ждут, когда проиграют. Сверху на балкончике просто 0 ПТ, враги спокойно выкатываются, центр там убивают, вокруг маяка все убивают, потом просто приезжают, сверху расстреливают весь низ, все, бой закончен. Буквально за пару минут. И таких примеров полно по всей игре. Мало того, что нужно просто знать, куда нужно становиться на ПТ. Казалось бы, это понятно и очевидно многим, но на самом деле, насколько я понимаю, наоборот, многие вообще ничего не понимают и не знают, судя по тому, что я вижу в рандоме. Еще происходит такая ситуация в бою иногда, что нужно менять позицию. Если на одном фланге вы приехали, вроде прикрываете союзников, но в целом ничего такого интересного на фланге не происходит, а вот на другом фланге союзников душат, но их никто не прикрывает. Их задушили, приехали сзади на этот фланг, где вы находитесь вы, там эти ПТшки и так далее, и все, и опять поражение. Мало того, что сразу в начале боя нужно понять, куда поехать, посмотреть, куда едут союзники, выбрать правильную позицию, знать, где они находятся, прикрывать своих союзников на этих ПТшках, так еще и нужно на мини-карту смотреть и думать своей головой, что, а может быть, вот на другом фланге сейчас я буду полезней. Еще и нужно знать, в каком месте лучше там стать. То есть вы должны на каждой карте знать по нескольку позиций, на один фланг, на другой фланг, для одного респа, для другого респа. И в итоге просто все стандартные позиции точно должны знать, прежде чем играть на этих самых ПТшках. Если на тяже и на СТ можно просто поехать по флангу вперед и там занять какую-то позицию там от башенки, там за кучкой в рельефике или еще где-то, и просто там аккуратненько играть, то на ПТ именно нужно знать позиции и прострелы. Еще и менять их, ездить по карте. Просто так вот бои не происходят. А где-нибудь стану, вдруг повезет когда-нибудь один раз в 10 тысяч боев, враги сами подставятся, может быть, понажимаю кнопку и настреляю. Мне кажется, большинство играет по такой схеме, которую я сейчас озвучил. А вот если бы ПТшки становились на эти позиции, прикрывали союзников там своих, то их бы так легко никто не задавил. Фланг бы не посыпался, направление бы не прорвали, под базу бы не поджались, и другому флангу в жопу бы никто не заехал. Бой был бы аккуратней, спокойней, дольше и адекватней. Практически каждый бой смотришь на этих ПТшек, они становятся, куда-то там вылупились, им никто никуда ничего не светит, куда он там смотрит. Он не понимает, что нужно поехать туда, где играют союзники, найти позицию сзади них и стоять его прикрывать, своего союзника, а не смотреть в пустоту, которую никто не светит. Чё там ждать впереди? Что враги сами себя засветят? И таких неадекватных игроков полным-полно весь рандом. Откуда взяться тогда хорошим боям, если все вот так вот происходит? Рано или поздно я все-таки придумаю, как получше сделать гайд про позиции и тактики на каждой карте для всех классов техники. Но это дело не быстрое. Пока что пользуйтесь этими подсказками, которые я дал в этом видео. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.
try.